На 8-й внеочередной конференции Брянской областной организации ветеранов войны и военной службы обсудили недавнее переименование Российского комитета в Российский союз ветеранов. Все собравшиеся единогласно поддержали решение о вступлении регионального отделения в общественный союз и приняли новый устав. В новом уставе предусмотрены все нормативные требования и законодательства, и исполнительной власти. Расширен состав входа в эту организацию членами Российского союза ветеранов будут являться граждане Российской Федерации, участники и ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны военной службы, ветераны правоохранительных органов, труда, вооруженных сил, и что впервые новые ветераны государственной службы, они у нас тоже появились, вдовы и члены семей ветеранов. Процесс переименования произойдет и на региональном уровне. Теперь название организации, оказывающей помощь и поддержку тем, кто в страшное время встал на защиту Родины, звучит как Брянская областная организация Российского союза ветеранов. Уже известны и основные задачи нового общественного союза. В первую очередь, это восстановление авторитета ветеранского сообщества в стране и в системе власти. Организация у нас одна из лучших. Тем более, это не зря она первая проводит конференцию такую. У нас 68 регионах России существуют такие организации. И вот ваша проводит первая сегодня конференцию. Мы обобщим опыт проведения конференции, дадим информацию по всем остальным регионам. Я думаю, что много почерпнем что-то нового, интересного в работе вашей организации. Сделаем достоянием опыт проведения и работы, сделаем достоянием всех региональных организаций в России. Также на конференции было сказано немало слов о том, что ветераны Брянской организации принимают самое активное участие в торжественных мероприятиях и воспитательной работе с молодежью. Каждый год 22 июня с болью в сердце вспоминают то далекое утро 41-го. Они вместе с молодежью встречают рассвет. Со слезами на глазах они первые шагают в традиционных парадах поколения. Благодаря их урокам мужества сотни ребят принимают решение связать жизнь с вооруженными силами. Кристина Перцхилава, Евгений Седачев. События. Брянск.